Я начала заниматься своим любимым делом, действительно, что мне нравится. Не то, что там ходить на работу там, с 9 до 6, а я вот действительно начала заниматься, получать от этого удовольствие. Реально я стала зарабатывать деньги. Если кто-то понимает, как, насколько стоят охранные услуги, то разница в 3 раза больше – это очень серьезный доход. Начала конкретные шаги к своему собственному бизнесу, нашла поставщиков. Создала свой рекламный сайт, мне стали звонить клиенты, у меня пошла какая-то бурная деятельность и конкретные результаты. Практически год назад я начал свой бизнес. И в данный момент он приносит мне стабильный доход. Раньше я зарабатывал с одного клиента 100 тысяч рублей. А в данный момент я подумал, а почему бы мне не найти 10 клиентов и не заработать свой первый миллион? Я подумал и заработаю.